Інформаційна служба ТВ і радіо на Патріаршій. С долгих и далеких гастролей на родную сцену. Третий театральный фестиваль летней сезоны открылся в Йошкар-Оле премьерой. Детским балетом «Василиса прекрасная». Особенность постановки – в режиссуре выпускницы ГИТИСа Анны Лемешонок танцуют дети. Это более 50 юных артистов. Открываем фестиваль. Совершенно, мне кажется, замечательной, уникальной постановкой «Василисы прекрасной» на музыку Римского-Корсакова, постановки Анны Лемешонок. Это выпускница ГИТИСа, это ее дипломная работа, и она ставит для наших учеников, выпускников нашего отделения хореографического искусства, которое вот в этом году закончили. И буквально через несколько дней после премьеры они поедут, как их старшие коллеги, поступать уже в ГИТИС. То есть программа республиканская продолжается, и наши выпускники будут продолжать получать высшее образование. И вот таким хорошим, так скажем, ярким завершением их учебного процесса, это, конечно, будет вот эта премьера. А спектакль заняты самые-самые маленькие первоклашки, что тоже уникально. Не каждое училище может похвастаться, что их дети так координированно могут за один год научиться двигаться. 4 июля еще одна премьера летних сезонов – балет «Мастер и Маргарита». Сценограф Борис Голодницкий, хореограф-постановщик из Эстонии Май Эстер Мурдмаа. В афише фестиваля будет и классика русской оперы «Евгений Онегин». 11 июля оперу дадут под открытым небом. Естественной декорацией станет колоннада театра оперы и балета. А завершится фестиваль 17 июля. Эта постановка уже обещает стать самым ярким театральным событием года. Театр оперы и балета имени Эрика Сапаева и телерадиокомплекс на Патриаршей 17 июля представляют балет «Эсмеральда». Патриаршая площадь и ее окрестности на несколько часов превратятся в улицы Парижа. А здание нашей телерадиокомпании в собор Парижской Богоматери, на фоне которого и разворачивается сюжет известной балетной постановки. Подробности главной театральной интриги сезона мы раскроем в ближайших выпусках программы «12 новостей республики». Слушайте Пульс Радио, получайте подарки. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.